Ищет милиция, ищет полиция, ищут все, да не могут найти. Мало того, коровьими слезами плачут. Потому что, говорят со всех каналов, не урожай, сена нету. Ну, сена нету. В Агаповском, в Верхнеуральском части районов, на Гайбакском. А вот здесь оно, сено есть. Какое сено? Посмотрите, вот эти тюки. Вот они. Они ждут вас. Заготовленные. Мало того, привезут. Так вот, больше не надо скотинку бить. Оставьте ее на следующий год. Чтобы в следующий год, когда все будут бамбук курить, ваша скотинка, покушавшая вот этого замечательного сена, принесла приплод. И вот тогда вы будете на коне. Ну, может быть, не на коне, но обязательно с теленком, либо с поросенком. А это уже живые деньги. Так вот оно, настоящее золото пойменных лугов Уральского предгорья. Сегодня это спасение. Конечно, не для всех, но для того, кто понимает, завтра и молочко, и мяско будут стоить денег совершенно других. И если только рыба за год подорожала в два раза, то можно только представить, сколько после засухи будет стоить мясо и молоко. Кто это понимает, не задумываясь, скинет свою иномарку, чтобы купить эти 80 тонн самого свежего и такого необходимого сена. И затем, уже через год, на деньги вырученные, купит себе новую иномарку и дом, потому как искомые 80 тонн сена стоят всего 400 тысяч рублей. Вот этим делом я занимался 10 лет в корпункте, даже 11 лет Челябинского телевидения. Сейчас корпункт почил в БУЗе. Вот. Зато есть телеканал Терра, который смотрит на Гайбаке, смотрит Агаповский район, смотрит Верхнеуральский район, смотрит город Магнитогорск, Башкирия смотрит. И поэтому вот сельские новости в рамках программы «Дом, милый дом». Естественно, вас надо спасать. Естественно, вам надо сказать, что 80 тонн вот этого ароматнейшего сена в евротюках вас ждут. Естественно, предложение ограничено, поэтому торопитесь. Я думаю, что в течение ближайших 2-3 дней после выхода программы в эфир, ну, оно и закончится. А сейчас для ваших, скажем так, умов, вот этот самый контактный телефончик. Звоните, организовывайте, забирайте. И живите спокойно в будущую, очень холодную и такую ненавистную лично мной зиму. Итак, вот они телефоны, и вот оно сено в евротюках. Золотой запас располагается всего в 100 километрах от города Магнитогорска. Доставка, естественно, самовывозом, поля сухие. Вот оно спасение вашего дойного стада, либо бычков, которые, набрав вес вдвое, а то и втрое от запланированного вами на убой сегодня, буквально завтра к весне, а зимой, как мы понимаем, трава зелена у нас не растет, а пшенички-то тоже тю-тю. Принесут они, бычки эти, в ваш карман прибыль-то и неслыханную, ибо с инфляцией, понятно, бороться мы можем-то на словах, а на деле показатели и цены совершенно другие, чего не сказать о автомобилях и некоторых объектах недвижимости.